сверкай пяточками, бугагагашенька. Всем привет, друзья, вы на канале Джуза Плей. Сегодня мы играем в Murder Mystery 2, потому что сегодня опять вышло новое обновление с добавлением интересного квеста на хэллоуинский ивент. Здесь теперь мы можем выполнять всякие различные задания и получать бонус к основному ивенту. Первое задание у нас заключается в том, чтобы просто зайти, нам дают две косточки, бесплатно. Потом, я так понимаю, нам нужно убить 6 человек, играя за убийцу. Мне дадут еще одну косточку. Потом 4 раза подряд выжить, мне дадут еще одну косточку. И после этого, как мы выполняем все условия, мы получаем плюс 1 тир. На выполнение задания нам дается 13 часов. Поэтому сейчас изо всех сил мы попытаемся выполнить этот челлендж, который нам кидают разработчики. Убить 6 человек с помощью ножа, конечно, будет, мне кажется, очень сложно, потому что нужно 6 раз подряд становиться убийцей. Что не особо-то и представляется возможным, играя в этот Murder Mystery, потому что иногда ты целый час играешь, 2 часа, и тебя ни разу не выбирают, ни разу не выбирают, не делают ни шерифа, ни убийцы. Но надеюсь, в этот раз мне повезет. Ага, первые убийства уже начались. Кто кого уничтожает? Так, ты с лопаткой или топорик, что это такое у тебя? О, какие-то новые конфеточки. О, ничего себе, эти конфеточки дают по плюс 5. Я слышал убийцу, но я не вижу убийцу. Я слышу шерифа, но я не вижу шерифа. О, две конфеточки по плюс 5. Вот это найс, вот это свезло. О, опа. Здесь чувачочек бегает с топориком, и меня это очень смущает. Я понял, кто это убийца. Не-не-не-не, ты в меня не кидай ножичек. Ты что? Ты что, оголделый какой? Не надо, не кидай, шериф. Помоги, шериф, мне помоги выжить. Хух, я сбежал, по-моему, я сбежал от убийцы. Это мне дает какое-никакое преимущество. О, 55 конфеток. Неужели лимит на конфетки убрали? Я могу сейчас бесконечно собирать, что ли? Бесконечно собирать монетки? Ну, посмотрим, нужно проверить. Убийца где-то бегает, я понял, где бегать. Тихо. Ты так не шали. Не шали, не-не-не. Нет, ну почему ты не должен был меня достать? А, 60 монеток теперь. Полный рюкзак составляет 60 монеток. А где шериф-то бегал все это время? Где шериф? Шерифа не видать. А вот, о, пистолет здесь, оказывается, валялся. А я как раз бежал за пистолетом, в сторону пистолета, но не успел его подобрать. Ребята, не повезло. Чего? Я был шерифом? Стоп, подождите, серьезно, я был шерифом? Я этого не заметил? Если это правда, то я вообще нубяра полная, да. Если уж дело до такого дошло, то все, Джуза заработался. И уже таких вещей не замечать. Ну ладно, мне простительно, ребята, мне простительно. Вы же меня простите? Конечно, простите, вы же у меня самые лучшие понимающие подписчики на всем белом свете. Здесь бегает шериф, нормально. Ты меня только не стреляй, я конфеточки собираю. Здесь очень-очень страшно. Ты вроде бы был убийцей уже, наверное, второй раз подряд не будешь им становиться. Да, я конфеточки пособираю. Ну ничего себе, здесь конфет заспавнилось, ребята. Нет, ну блин, пришли и забрали все мои конфеты. А что, убийца себя не выдает? Или сейчас в конце игры скажут, типа, а Джуза был убийцей, он проиграл, да? Так будет, что ли? Надеюсь, что такого уж точно не произойдет. Слышу то, что убийца выдал себя. И где-то он начал вытворять свои грязные делишки. Ага, я вижу труп. Один труп. Я вижу. И в какую сторону он побежал? А, вот убийца. Теперь мне нужен шериф. А, я понял, где шериф. Он стоит и пасет этот пистолет. Пистолет. Опачки. Нет, хорошая была попытка. Хорошая. Так, ребята. Шанс был. Был шанс, но... Нет, мы не смогли его реализовать. Ничего себе, ты еще и ножичек кидаешь, да, я смотрю. Как бы нам забрать этот пистолет? Есть идеи, хотя можно просто подождать. Он все равно рано или поздно выйдет из своего убежища, либо проиграет. Давай, сражайся там с воздушными призраками, режь всех. А я подожду, пока у тебя время закончится. Бугагагашенька. Вот и время твое вышло, молодой человек, время вышло. Вы проиграли, сеньор Шапок.
кляк. Как там наше выполнение квеста? Один раз я выжил. А, в тот раз я не выжил все-таки. 10% мирных жителей выходят на улицу и будут прятаться, дожидаться своей участи. Опачки, опачки. Убийца себя где-то проявил. А шериф себя еще не проявил, да? Ну смотрите, ребята, половина времени убийцы прошло, но пока ничего нигде не происходит. А, не-не-не, происходит, где-то что-то происходит, где-то есть убийца. А, вот, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, двигайтесь, ребята, двигайтесь. Теперь нам нужно найти пистолет где-то, чтобы прикончить этого убийцу. Либо просто подождать еще 200 секунд, когда у него выйдет время. Ох, как там много сладких конфет за окошком, но туда не пробраться мне. Буду собирать конфеточки здесь, тем более мне немножко осталось, вся сумочка у меня полная. У него осталось всего лишь 100 секунд. Куда он подевался? Не хочет он нас искать, либо не может найти. А вот же он, вот он появился. Вот он появился, у тебя 10 секунд, и время твое вышло. Все, наш убийца проиграл, а мне еще одно очко засчитывается в задании. Осталось выжить 2 раза и побывать убийцей. 12%, ребята, мы оказались в комнате, где целая куча людей. Это очень опасно, очень опасно. Так, тихо. Кто ты? Фух, я думал, это был убийца. Оказывается, он про... А, убийца вот в этой комнате с топором бегает, я понял. Мне нужен шериф. Аккуратно, аккуратно, ребята, очень аккуратно бегайте. Очень аккуратно. А, кстати, что за топор такой? Что за топор у него в руках? Воу-воу-воу-воу, ничего себе, он шустрый. Вот это опасность, опасность. Это реально опасность. Так. Оп, обманули. Убегаем. Не попадешь, не надо, не попадай. Тихо, он быстро бегает. Фух, где пистолет? Мне нужен пистолет, ребята, пистолет, помогите. Кто-нибудь, шериф, отзовись, где шериф? Неужели нету нигде шерифа? И как тогда выживать? Или это его друг? Это его друг, наверное, вот этот в синем. Это его друг. И он по-любому шериф, он подобрал пистолет. Ну что ж, ребята, похоже, эта каточка будет проиграна. Я попытаюсь здесь сидеть, затаив дыхание, и не буду шевелиться, чтобы меня не спалили. Надеюсь, они сюда не зайдут и не узнают, что я здесь. У убийцы есть 200 секунд, чтобы меня найти. Фух, очень страшно, ребята, очень-очень страшно. Так, он забежал сюда! Ну блин, он меня нашел. О, чего? Чего, ребята, что это за баг такой интересный? Как он сюда забрался? Я не понял. Как это он сделал, ребята? Что за удивительные баги? Это баги или читы? Подождите, я не понял. Они еще вместе друзья, что ли? Очень подозрительно. Какие-то мутные ребята здесь играют. 14%. Да что такое? Почему мне не дают убийцу? Пожалуйста, выдайте мне убийцу. Я хочу выполнить квест. Ага, убийца себя где-то проявил. Но это, по-моему, наверху где-то. Кто кого режет? Так, стоп, я не понимаю пока что. Я пока что не вижу. Это ты, что ли, опять убийца? Нет? Или да? Где убийца? О, здесь появился шериф. А, это был убийца? Ничего себе, я думал, ты шериф. Ух, вот это было страшно. Я никогда так не ошибался. Воу, ничего себе, ты какой мастер кинжалов. Фух, он меня чуть не прикончил, ребята. Я так больше рисковать не буду. Ну тебя нафиг. Почему шериф у нас бездельничает? Ребята, кто-нибудь не ответит на этот вопрос? Вы что, там все в сговоре, что ли? Лол, что? Он убил шерифа? Он убил шерифа? Как такое вообще вышло? Но все равно, как бы там ни было, у него остается 30 секунд. И единственное, что можно нам делать, это собирать монетки. А, даже монетки не успели собрать. Время у него закончилось. Ну может, мне дадут убийцу? Пожалуйста. Давайте. О, да, ребята, 15%. 15% мне выдали убийцу. Нужно обязательно выполнить квест и прикончить всех. Так, здесь стоит девочка. Девочку мы прикончим, пока никто не видит. И пойдем заниматься дальше своими делами. А дел у нас, в принципе, так много. Много чем можем заняться. Главное, чтобы наш шериф не прикончил сейчас неожиданно. Вон там ребята тусуются. Он, наверное, там чилят. Пойти, что ли, туда? Но они меня прикончат, если туда я пойду. Ну ладно, была не была, квест делать нужно. О, ребята, здравствуйте. Где вы все следы-то? Я ваши вижу. О, жесть вы тут натоптали, ребята. Вас тут очень много, ребята. Так, надеюсь, ты не шериф?
Ты жрив, блин, а он хорошо играет, хорошо играет. Как же нам быть тогда? Опачки. Оу, здравствуйте. Оп. Да блин, да как так? Он читер. Он читер какой-то. Либо он просто профессиональный игрок. Я даже не смог выполнить челлендж свой. Я всего лишь троих уничтожил. Ну что ж, игра опять началась. И 2%, 2%. Какой шанс того, что я опять стану убийцей? Это очень маленький шанс. А вот и убийца нашелся. И что вы здесь скачете, бегаете? Они, похоже, все друганы. Да блин, смотрите, он не убивает. Он не убивает его. Они все в сговоре. Не-не-не, ребят, так дела не делаются. Так дела не делаются. Конечно, если они все друганы, они знают. Они все знают, кто убийца, где убийца. Нет, так неинтересно, их здесь слишком много. Пойду-ка я лучше на другой сервак. Здесь шансов-то у меня побольше будет на победу, на выполнение квеста. 25%, и я сразу же становлюсь убийцей, да? Здравствуйте. Здравствуйте, главное вы, чтобы не были шерифом и меня сразу же не прикончили. Не прикончи меня, пожалуйста. Все, и осталось найти еще другого чувачка. А вот и еще один. Здравствуйте, победа. Да, здесь полегче выполнять квест. Здесь всего два чувака играют. И по всей видимости, они еще меня узнали. Процентов стало поменьше, но мы зато выжившие. Но на таком сервере, ребята, выжить будет гораздо сложнее, потому что убийцы-то убийцы. Убийцы кто-то из них и шериф кто-то из них. А я просто мирный житель, не убийца и не шериф. Как мне выживать? Нужно найти нычку какую-нибудь и засесть там, чтобы меня никто не нашел. Но такой нычки я здесь не знаю или не помню просто. Так, он меня нашел! А здесь шериф и его друган стоит и чилит просто. Ты хотя бы конфетки собираешь, что ли? Я не знаю. 28%. Мирный житель. Ха. Типа один раз был убийцей и все, хватит. Даже шерифа не дают. Ну хорошо, попробуем выжить. Попробуем выжить из этой игры все, что возможно. Только как? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Стоп. Ты шериф, что ли? Если ты шериф, так не стреляй в меня, не стреляй в меня, я прошу тебя, ведь я не убийца. Я не убийца, не убей, не укради, не ради. Лучше прикончи убийцу, настоящего убийцу. Вон он как раз бежит своими лапками за мной. Бежит, бежит, бежит. Ну и чё, ребята, долго мы будем играть в кошки-мышки? Стоп, ты в него в упор не попал, что ли? Ты серьезно? Ты в него попасть не можешь? Ну-ка давай, давай еще раз. Еще заходик, ты справишься. Давай, ты супер шериф. Но все, он в углу стоит. Ты по-любому справишься с этой задачей. Давай, 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 давай. Да он же тебя порежет, серьезно. Серьезно, это самый юморительный шериф за последнее время. Что ж, дорогой друг, постоим, подождем. Время твое на исходе, друг. А мое вот не на исходе. Победка, ребята, победка. Зря он ушел. Хотя, его судьба уже была предначертана. 42%, ребята, 42%. И я шериф. Ой, я шериф, говорю, я убийца. Самый настоящий убийца. Мне главное хотя бы одного прикончить. Я мирный, говорит он. Но я вот, ребята, далеко не мирный. Я далеко не мирный. О, ничего себе. А он еще и шерифом был. Ребята. Ну ладно, собирайте, давайте. Собирайте себе конфеточки, я подожду. Да ладно, ладно, иди забирай пистолет. Иди. Иди, молодец, собрал. Красава, теперь иди собирай конфеточки. Давай, бегом. Сверкай пяточками. Квест у меня все равно выполнен. Че, собрал? Все конфеточки собрал, да? Готов сражаться уже? Ух, какой озорник. Че, дуэль хочешь? Дуэль, да? Дуэль со мной решил? Ну давай подуэлимся с тобой. Опа! Посмотрим, кто кого. Давай, я выхожу, оп. Ну что ты, давай, выходи. Фу, ничего себе, попал, поздравляю тебя, ты справился со своей задачей шерифа. Ну а я, ребята, я наконец-то выполнил квест, и мне дают первый тир.
дают мне тыковку. Открываем наш ивент, главный ивент, и за следующий мы получим ножичек, потом пистолет, потом ножичек, потом черного кота, какой-то ключик и так далее. Вы все прекрасно видели, что мы будем получать. Следующий квест начнется через 13 часов, и я обязательно постараюсь его выполнить. И на этом все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.